В сентябре начнется всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов. Состязание пройдет по трем номинациям. Первая – школьный хор «Песни юности». В ней могут участвовать хоровые коллективы всех видов в возрасте от 7 до 18 лет. Во второй номинации «Связь поколений» «Я, мама, папа, бабушка и дедушка, любимая песня» соревноваться можно всей семьей. Возраст участников не ограничен, главное, чтобы в коллективе было от трех человек. И третья номинация – «Вокальный коллектив. Музыкальный калейдоскоп» для школьников от 7 до 18 лет. Исполняемые произведения могут быть любого жанра и стиля, от джаза до эстрадной песни. Завершится всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов в марте. По результатам финального этапа будет выбран победитель в каждой номинации –